тем нет. Вопросов нет. Два самых активиста, пожалуйста, вас ждут. Можете обращение предоставить от всех. Всех туда не пустят, к сожалению. Два человека. А мы туда не пойдем. Нет, так вам предлагают, вам идут на встречу двоих. Пожалуйста, примут. Хорошо, двоих, а мы хотим узнать результат. Так, а потом вот эти два представителя выйдут, и вам объяснят все, на все вопросы ответят. Мы здесь тогда можем находиться? Да, пожалуйста. Ну, а почему нельзя? Можем? Нет, ну как рабский вопрос. Нет, это не рабский вопрос. Они же сейчас, у них-то больше прав, чем у нас. Получается так. Больше. Они также из бюджета получают заработную плату. У нас по конституции власть принадлежит народу. Кому больше прав, чем у нас? Конечно. У меня вопрос. Вы не отвлекайте вот от этих рабских вопросов, от этой зависимости, от всего. Сейчас есть такой 54-й федеральный закон. 54-й федеральный закон. Не надо мне 54-й. Охраняем общественный порядок. А мы не нарушаем порядок. Мы общаемся. Нет, на данный момент вы абсолютно не нарушаете. Я объяснил по данной ситуации, про что надо сделать. Про объявления встали, заранее подъехали. Да почему заранее? Мимо проезжал, увидел. Ну, правда, мы раньше стояли. Мы вас уже давно заметили, что вы пасете, народ стоите. Еще 10 не было, мы это не стояли. Все, можете быть свободны. Лично. Вас освобождает. Вы меня услышали, что два гражданина... Мы все услышали, да? Народ соберется, я готов сопроводить даже. А вы можете быть свободны, мы вас не задерживаем. Вы не ответили, почему полиция? Я не спрашиваю. Почему полиция это не ответили? Я тоже не знаю. А почему вам милиция, полиция? Я вот не знаю. А почему? Насколько вы не до сих пор не знаете, да? Насколько вы не действительно работаете? А милиция заработная плата получает? Насколько Советского Союза? Как это поменялось? Не на кого поменяли, и все.